Всем привет! Сегодня речь пойдет об очередном немецком магазине, то есть об очень выгодном бюджетном магазине для любителей немецкой косметики. В прошлый раз я рассказывала о бюджетных магазинах. Это магазин C&A Германии, а также обувной магазин Deichmann. Ну, еще нам осталось зайти в магазин косметики. Магазин косметики, аналог, сразу скажу, для всех жителей Латвии, это аналог магазина Drogas, но только в этом магазине, естественно, продается немецкая косметика. Немецкая косметика очень хорошего качества по очень приемлемым ценам. Итак, что я покупаю в этом магазине? Раньше я покупала вот такую косметику под названием Alverde, натуральная косметика, да, но я как бы ее уже опробовала всю, да, решила перейти к другой косметике, что в магазине продается различная немецкая косметика. Значит, что я все-таки купила из этой косметики, это умывалка для лица, вот вы видите, Wash гель, да, она мне в прошлый раз очень-очень понравилась, очень приятная, очень такой у нее нежный запах, ну, то есть советую, да, вот такую покупать умывалку для лица, для нормальной еще какой-то кожи, да, к сожалению, немецкого не знаю, вот, поэтому трудно комментировать все эти названия, да, что здесь написано. Итак, я перешла к косметике Balea, вот, и нисколько об этом не жалею. Во-первых, вот я купила такой крем для лица, уже его попробовала, очень приятный, нежный крем. Это косметика возрастная, вот именно вот эта вот серенькая, такая она серенькая, да, это идет для возраста. Так, сейчас посмотрим вот немного информации. Значит, да, она с гиалуроновой кислотой, да, LSF15, и для какого же она возраст, так, фокусируется, 35-40-45, да. Дальше, что еще было куплено из серии Balea? Серум для глаз, да, серум для глаз и губ. Очень приятный, когда наносишь, немножко пенится, очень такой интересный эффект, потом эта пена очень быстро впитывается, да, вот видите, с гиалуроновой кислотой, все с гиалуроновой кислотой. Понравился мне этот серум, тоже уже пробовала. Так, дальше филлер для морщин, да, вот, тоже попробовала, понравился. Дальше лифтинг, такие 7 капсул здесь, да, очень приятное ощущение, кожа гладкая становится после того, когда это все впитается. Дальше купила маски. Так, маски, вот такая серия. Дальше, да, вот такая серия. Серия Balea, Alverde. 5. Это вот для лица, да, масочки. К сожалению, опять же, как бы все на немецком. Масок там была масса. Читать я не умею, вернее, не читать умею, но не понимаю, что тут пишется. Остается только догадываться. Ну, будем пробовать эти маски. Да, вот такая маска для лица. И вот такую еще взяла. На самом деле, конечно, было очень трудно выбрать, когда языка не знаешь. Вот. Ну, они недорогие, поэтому как бы можно их набрать и попробовать. Так, что еще было куплено мной? Что можно еще покупать? Я всегда покупаю зубные пасты в этом магазине. Так, вот Церамет. Очень удобная такая. Можно в дорогу брать. Такая же другая упаковка. И паста Сигнал. Это совсем дешевая. Дальше. Ну, вот все, что касается магазина Drogas, да. Да, еще, по-моему, был крем. Вот, я очень довольна вот этим кремом, да. Он очень дешевый, как оказалось, да. Оливковый крем, но он настолько хорошо впитывается, настолько потом нежная кожа рук.
Вот, и стоит он, по-моему, даже меньше евро. Дальше. Обычно захожу всегда в мой любимый магазин Ив Роше, но это уже французская серия. Но на сей раз там как бы цены были повыше, и было выгодно только покупать в период рождественских скидок, там тоже очень большие скидки. И на сей раз было выгодно только купить шампуни. Они, по-моему, были по 2,25. Да, то есть шампунь и бальзам для волос, да. Да, забыла сказать, вот я постоянно покупаю в немецком магазине вот это средство для волос, серум для волос, да, вот он тоже по небольшой цене, но мне очень нравится, вот я пользуюсь такими серумом, простите. Так, ну, наверное, все, переходим к ценам, на немецкую косметику. Итак. Значит, что мы видим? 2,95 это серум. Да, это как раз этот серум, да, о котором я только что говорила. Дальше. 0,15 пакетик, 0,40 маска, 0,55 маска, 0,55 маска, 0,55 маска, снова маска. Да, вот, пожалуйста, оливковый крем. 0,85. Так, самый дорогой здесь был у меня. Это крем для лица 5,95. Дальше чуть дешевле 3,95. Это филлер. Дальше паста 0,65. Вот это сигнал, да? Евро 0,5, евро 0,5. Это 5,2 пасты. Так, лифтинг 4,45. 3,95 серум под глаза, маска 0,95, еще одна маска 0,95, и вот эта умывалка, она стоит всего 2,25, моя любимая немецкая умывалка. Общая сумма 31,75, да, вот видите, сколько куплено различной косметики, и как бы по такой очень приемлемой, приятной цене, да. Да, и еще чек из французского магазина. На шампунь был на скидке 2,45 и бальзам для волос 2,45. Да, и евро 85. Еще я забыла сказать, также взяла вот крем для рук, да, вот два крема, да, я хочу их сравнить. Вот, что могу сказать. Вот крем этот 0,85 стоит, этот евро 85. Вот этот крем, да, он намного-намного приятнее, да. Вот, как бы, если в сравнении с этим вот французским кремом Ив Роше. Ну вот, дурная привычка все время говорить ну и вот слова. Так что извините меня уж за это. Значит, всем советую, туристам из Латвии, посещать магазин Германи ДМ. Он есть во многих... Да он есть, я не знаю, по-моему, есть везде. Во всех городах, во всех супермаркетах. Да, то есть вы обязательно вот увидите вот такие две буковки ДМ. Да, вот, и советую туда зайти, кто еще не знает этот магазин. Да. Вы не пожалеете, там вы много что приобретете. Да, забыла сказать, я на сей раз как бы даже забыла, времени было мало. Там очень-очень много различных витаминов, да, в различных упаковках, по различным ценам, да. Я брала раньше и тоже очень довольна, так что там очень-очень выгодно покупать витамины, да. Ну, всем спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Вот, ставьте ваши лайки или дизлайки, пишите комментарии. До свидания.